Вслед за новыми кроссоверами Unikey и CS55+, компания Changan выводит на российский рынок обновленный компактный паркетник CS35+. Это глубоко модернизированная версия модели, которая дебютировала в Китае в 2021 году. Паркетник не только преобразился снаружи и внутри, но и обрел турбомотор. На нашем рынке модель будет представлена в двух богатых комплектациях, а цена начинается от 2 380 тысяч рублей. Обновленный CS35+ получил полностью переработанную переднюю часть, и теперь он не имеет явных сходств с Tiguan. Оптика и бамперы новые, радиаторная решетка стала больше. Вдобавок у кросса теперь два выставленных на показ патрубковыпускной системы. Задние фонари получили другую начинку. Изменения в салоне получили более серьезный характер. Он полностью новый. Даже руль и дверные панели с подлокотниками другие. Дисплей медиасистемы по-прежнему 10-дюймовый, но теперь он находится сверху и объединен с виртуальной приборкой диагональю 7 дюймов. Также заявлено, что качество отделочных материалов стало лучше. Объем багажника прежние 403 литра. Если дореформенный CS35+ до сих пор продается с 1,6-литровым атмосферником на 128 лошадиных сил, то у рестайлингового кроссовера под капотом стоит турбочетверка 1,4 литра мощностью 150 лошадиных сил и 255 ньютон-метров крутящего момента. Она может работать на бензине AE92. Коробка передач 7-ступенчатый робот с двумя сцеплениями, привод только передний. Паспортный дорожный просвет составляет 180 мм. Начальная комплектация Advance за 2 280 000 рублей имеет 4 подушки безопасности, ABS, систему стабилизации, климат-контроль, электрообогрев передних сидений и лобового стекла, 7-дюймовую приборную панель и 10-дюймовую медиасистему, камеру заднего вида, задний парктроник, кнопку запуска двигателя, систему бесключевого доступа, круиз-контроль, датчик света и 17-дюймовые колеса. Комплектация ТЭК за 2 430 000 рублей уже имеет 6 подушек безопасности, обивку сидений кожзамом, электропривод сидения водителя, подогрев задних сидений, панорамную крышу со сдвижной секцией, адаптивный круиз-контроль системы автоматического торможения, датчик дождя и 18-дюймовые колеса. Для сравнения, дореформенные кроссоверы стоят от 1 990 000 рублей и доходят до 2 160 000 рублей. Все машины поступают к нам напрямую из Китая. Между тем, неделю назад в России стартовали продажи другой новинки от Changan – паркетника CS55 второго поколения. О нем на канале есть отдельное видео. Друзья, не забывайте ставить лайки, подписываться на канал и делиться своим мнением в комментариях. А если вы любите и интересуетесь автомобилями, то советую заглянуть в мой телеграм-канал, где каждый день выходят актуальные автомобильные новости. Ссылку я оставлю в описании под видео и закрепленном комментарии. Переходите, подписывайтесь, чтобы не пропускать новые видео и быть в курсе последних событий автоиндустрии.